ребят, вы посмотрите на мои руки, что с ними? Они болтаются, и что я могу с ними делать? Ой, ребят, я упал, мне надоело бегать. Смотрите, ребят, я могу здесь увеличивать длину своих рук. Вы только посмотрите, какие длинные тут у чувака руки. Смотрите, у меня реально тоже увеличиваются, ребят. Вы видите, смотрите, давайте мы с вами сдонатим 185. Получается, подожди, а почему плюс 15 арм? Ну окей, давайте сдонатим. Вау, ребят, вы посмотрите, какие руки у меня стали. Так, я могу вот так вот кататься. О, давайте вот сюда сейчас залезем и попробуем скинуться с этой, я не знаю, с этой башни. Что это такое, с этой лестницы, ребят, вот так вот, да. Смотри, тут, кстати, перерождение есть, и это прикольно. Хочешь получить робуксы, но не знаешь где? Тогда переходи на сайт RBXCam. Здесь вы можете приобрести робуксы по очень вкусной цене. А еще у вас есть возможность выиграть их бесплатно, если вы поучаствуете в конкурсе в группе ВКонтакте или же на Дискорд сервере. Конечно же, туда вступайте. Обязательно переходите именно по моей ссылке в закрепленном комментарии и остерегайтесь мошенников. Так, окей, ребят, смотрите, мы вот сюда встаем и давайте попробуем просто вот так вот, бам, ребята, я падаю вниз, я просто падаю вниз, все, я упал. И мне хорошо. Ребята, мы сегодня с вами попробуем увеличить свои руки, сделать их супер длинными. Вы посмотрите, просто какое-то здание. Я хочу туда попасть. А я могу туда как-нибудь попасть, интересно, ребят, каким-нибудь телепортом? Вот, давайте попробуем запрыгнуть. Вот там девочка, смотрите, в бассейн прыгает. Так, а что, мне здесь прыгнуть надо или что? Вот как-то... Ого! Ничего себе, я подожди, я становлюсь выше или нет? Нет, подожди, как это я только что сделал? Я только что как-то оттолкнулся и прям меня оттолкнуло вообще прям очень-очень высоко. Давайте попробуем сейчас к этой девчонке залезть и столкнуть ее, ребят. Сейчас посмотрим, получится или нет. Блин, у меня руки слишком длинные, смотрите, как я залазю. Я не могу залезть даже, да? Я просто не могу залезть, ребят, смотрите. А, нет, я вроде пытаюсь залезть, но у меня не получается, ребят. Смотрите, что у меня... Как мне залезть? Как мне теперь залезть? Смотрите, у меня руки слишком... сосисчатые, как их назвать еще? Смотрите, тут у нас трейлс еще есть, да? Подожди, а чё трейлс? Чё трейлс делает, ребят, я не понимаю. Так, трейлс, что трейлс-то делает? Жесть, мне что с руками? Почему они так это? Во-во, они за мной теперь идут. Они потому что не за мной ходили, как-то странно это выглядело. Тут у нас есть магазин, смотрите, ребят, давайте попробуем уничтожить весь сервер. Ребят, я просто беру и уничтожаю сейчас весь сервер, ну-ка. Опаньки, опаньки. Ну-ка, давайте посмотрим. Вон сейчас кинется, походу, нюк. Это здоровенная ракета, ребят. Где она? О, вот она. До свидания. Всем до свидания. Мы будем сейчас просто... Офигеть, ребят, смотрите. Жесть. Все, кто был на сервере, стали уничтожены. Подожди, или нет? Да или нет? Я не понял, я не могу встать, ребят. А вот, все. А где мои руки? Что? Вы видели, я появился на секунду с нормальными руками, а теперь я снова со своими сосисочками, ребят. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Так, я могу дать один размер всему серверу. Ну, всему серверу X2 могу дать неоновые руки, админские команды, кстати, здесь есть, ребят, прикольно. Давайте, знаете, что попробуем? Давайте сделаем, например, X2 себе. Хотя, знаете что, давайте вот так вот сейчас 600 себе сразу сделаем. За 250 рубаксов, ребят, я 615 арма себе делаю. Вот так берем и... Вау. Ребят, вы только посмотрите, какие у меня руки червячки стали. Еще больше, еще длиннее они у меня стали. Так, ну-ка, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. У меня руки вообще, ребята, они не слушаются, смотрите. Они за мной даже не могут идти нормально. Ребят, смотрите, я даже прыгать не могу. Эй, руки. Так, а если я, например... Так, подожди. Я не могу, смотрите, ребят, я на одном месте просто стою. Капец, что мне делать с такими руками? В чем прикол таких рук? Вот здесь кто-то стоит. Смотрите, кто-то спрятался, что ли, или что? Что с моими руками? Они отталкиваются, просто жесть, ребят. Так, ну-ка, давайте-ка посмотрим. Тут у нас лидеры. И давайте-ка посмотрим. Смотрите, это у нас за все время, да? А, ну у меня всего лишь 1000 тайма, ребят. Кстати, на сервере я на третьем месте. И скоро я, наверное, буду уже на втором. Давайте попробуем вот сюда тогда, что ли, зайти. Я не знаю, получится у меня или нет.
Так, вот, кстати, руки можно вот так вот отталкивать. Да что такое? Капец меня отталкивает. Ну-ка, давай-ка вот так сейчас вот сюда залезем. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. Да у меня руки вообще не слушаются меня, ребят. О, я один этаж прошел, а дальше не могу пройти. А, вот, все, я могу телепортировать свои руки. Стой, 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 стой. Во, ребят, я понял, как надо залазить. Смотрите, надо... Вообще жесть. Вы бы смотрите, если вот просто... Чтобы они только ползали за мной, вообще невозможно, ребят, перемещаться. Посмотрите, они застревают и не дают мне никуда пройти. Я упал вообще куда-то. Я вообще упал куда-то. Что делать? Так, а что, кстати, перерождение дает? Надо 370 тайм, и я делаю перерождение. А, я сделал перерождение, ребята. И у меня снова руки вот такие болтающиеся. Да уж, ребята, это, конечно, прикольно. Я снова все потерял. А если я сделаю вот так... Бам-бам-бам-бам. Кстати, реберт, смотрите, ребят. Плюс 2 мне дает теперь. А-а-а, вон оно что. А если я буду так кататься, может быть, у меня будет X3 или X4? Ребят, прошло какое-то время, и вы только посмотрите, мои руки снова стали супер длинные. И я могу сделать уже следующее перерождение. И, ну, ребят, я не знаю, делать его или нет. Если я его сделаю, скорее всего, я буду получать уже не по плюс 2, а по плюс 3. Я не знаю, надо оно мне или нет. Давайте мы с вами попробуем. Все-таки, знаете что, я хочу... Сделать, например, вот так, давайте перерождение делаем. Оу, я упал. Да, ребят, смотрите, все-таки я получаю по 3. И я хочу залезть на какую-нибудь вот из этих вышек. Давайте вот на этот дом мы с вами залезем. Пока у меня руки не супер длинные, а то они у меня сейчас быстро будут увеличиваться, ребят, поэтому... Надо побыстрее это все дело делать, бежать быстрее. Смотрите, там тоже ребята с длинными руками вообще не могут никак туда залезть. Но я хочу туда залезть, ребята, и попробовать упасть с самого низа. Как раз пока мы с вами будем залазить, я думаю, наши руки потихонечку сейчас будут увеличиваться. Смотрите, они меня... У меня уже потихонечку увеличивают. Смотрите, ребят, я быстрее всех. Смотрите, смотри, смотри, чувак, отойди. Я тебя сейчас перегоню, отойди отсюда. Вот, ребят, я не знаю, сколько здесь этажей. Может быть, кто-то из вас посчитает и пишите потом в комментариях. Очень интересно. Так, я застреваю, смотри-ка. Все равно застревать потихонечку я как-то умудряюсь, да? Интересно, половину я уже прошел или нет, ребят? Потому что отсюда никак не посмотреть. Ну, сейчас посмотрим, что там у нас на самом верху. Давайте вот так вот откатим. Блин, не знаю, не видно, ребят. Так, ладно, тихо-тихо-тихо, что с руками? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ребята. Главное... Как-нибудь случайно отсюда не вылететь. Да, и лесенка такая узкая. Сделали бы немножко побольше эту лесенку, пошире, да? Чтобы мы с вами не врезались и не задевали никакие стенки, и все было у нас хорошо. Все было чики-пуки. Ну, смотрите, ребят. Я думаю, нам остается совсем немножечко. И руки, смотрите, у меня становятся длиннее. Пока они у меня не супер длинные, надо попробовать залезть. Они у меня уже свисают. Смотрите, черт. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сколько можно залазить-то, жесть? Ребят, я не знаю, далеко еще осталось или нет. Давайте посмотрим. Офигеть. Вы видите, ребят, сколько я уже прошел, и я еще даже не близко к финишу. Надеюсь, я смогу до туда добраться, ребят. Давайте посмотрим, сколько это вообще займет времени. Ай, тихо, тихо, тихо. Главное, не фейлиться, ребят. Самое главное, вот сейчас уже в... Тихо, 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 тихо. Отвалите руки, чё вы не слушаетесь меня? Надо слушаться меня, вот так вот аккуратненько. Давай, давай, проходим. Ребята, давайте посмотрим. Да что ж такое-то, почему? Бесконечно, что ли? Я не сдамся. Я не сдамся, ребята, я буду дальше идти. Жесть какая-то. Это реально какой-то челлендж. Башня челлендж, а представляете, в реальности так подниматься. Я бы уже миллион раз устал, ребята, не знаю, сколько я этажей прошел. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Руку дай. Руку отдай мне. Руку отдай мне. Тихо-тихо, вот, все. Идем дальше. Да черт. Жесть, ребята, руки не слушаются вообще. Уф, ладно, пока идем, пока идем. И, а, вот, смотрите, мы почти до этой, в принципе, дошли. А вот эта, ребят, башня еще длиннее, чем вот эта, которая напротив стоит. Поэтому, ребята, мы не сдаемся. Мы не сдаемся и идем дальше. По 3 размера мы с вами получаем. Конечно, очень быстро, ребят, я уже увеличил свои руки. Жесть, я чуть не вылетел. Надеюсь, я не вылечу, ребят. Я поднялся еще этажей, не знаю сколько, смотрите, ребят. Та башня уже... Тихо, тихо, что происходит? Жесть. Меня выкидывает почему-то как-то странно, ребят. Так, давай, 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 нам надо залезть. Может быть, кстати, через перерождение. Там, может быть, спавн какой-нибудь есть. Нас бы, может, телепортировало туда, но я не знаю, ребят. Мы сейчас с вами проверим, посмотрим, что там у нас на самом верху. Надеюсь, я все-таки доберусь, потому что я уже очень близко. Я чувствую это, ребят. Остается, мне кажется, считанные этажи. Я не знаю, сколько я уже... Тихо, 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 главное не упасть. Давайте посмотрим. Чувак, здорово. Тут реально есть... Спавн! Ребят, я мог просто ресетаться и появиться здесь, прикиньте. Вот это я, конечно, зафейлился. Да. И теперь, как вот отсюда падать, я не знаю. Ну давайте просто вот так бам и падаем.
Ай-яй-яй, ай-яй-яй, воу, ребята, ну вы видите все прекрасно, что со мной происходит, какие у меня ручонки. Ну, следующее, кстати, перерождение я, наверное, не могу сделать, да, ребят. Знаете что, если вы хотите посмотреть на самую максимальную длину этих рук, я, ребят, могу поиграть здесь, например, целый день, и мы с вами посмотрим на эволюцию самых длинных рук в мире. Если вы этого хотите, то обязательно пишите об этом в комментарии. Всем, ребят, спасибо за просмотр, всем пока-пока.